Всем привет, на связи Пионер. Играем в мини-компанию на сервере Red Beer Iron Front по вторникам. Компания сделана по мотивам операции Дюнкер. Компания рассчитана на две последовательные миссии. Я играю обе миссии за английских солдат. В первой миссии мы обороняем рубеж и пытаемся сдержать противника. На второй уже за зениткой обороняем пляж от атак самолетов. Пока наши солдаты обороняются где-то поблизости. На первой у меня лагало сильнее, чем обычно, да-да, такое может быть. Но подписчикам моего канала не привыкать, и чтобы хоть как-нибудь разбавить боль и унижение, добавлю немного исторической справки. Итак, 1940 год, нацистская Германия вовсю шурует и оккупирует Францию и зажала в тиски почти 400 тысяч солдат Великобритании у городка Дюнкерк. Окружили и самое главное и самое интересное, что не стали добивать. Брать в плен, а тупо им дали время на эвакуацию. Хотя с легкостью могли это сделать, хоть и бритов было много, но они зажаты и морально подавлены. Массово гибнуть за чужую страну никто не хотел. Но могло произойти и обратное. Англичане дрались бы до последней капли крови, и у вермахта были бы тяжелые потери. Но мне кажется, что они просто тупо сдались бы и все. Также повлияло то, что рядом был флот, который мог разнести вообще все в пух и в прах, и своих, и чужих. И поэтому немцы остановились и начали просто бомбить. Сожгли горы, сломали порт, и вся пехота осталась на большом пляже, таком песчаном здоровом. Британцы на чем могли, на том и плыли, использовали вообще все подряд. Гражданское, не гражданское, вообще пофиг. Пляж был песчаным, и большие корабли не смогли подойти, и даже маленькие не могли, они брали солдат и везли на большие корабли, либо уже сразу в Великобританию. Кинули британцы там все, что лишнее вообще, бросали даже личное оружие, не говоря уже о танках, машинах, каком-то обмундировании и прочем. В итоге фиаско не произошло. 330 тысяч было солдат спасено, все счастливы, и айда пошли снимать фильм. Если сошла историческая справка, ставь лайк, а теперь переходим из истории в игру. Первая миссия, обороняем рубеж у моста, и таки да, вставлю моменты после игровой смерти. Что-то, то ли осколки, ну машинки явно на правом фланге, эта машинка так же хреначит. Давай, у меня ППС просто, вообще не будет. Джимми, все пропало. О-о-о. Это не наугад, по-моему, херачит. Коль пулемет просто по кустам шьет. Да-да-да. Ну, может, каска еще поможет, но это не точно. Ну что, как по войне, да? Да, дальнобой, давай правее в кусты, вон туда. Только смотри, чтобы тебя не спасли, не лепят. Дальше? Правее, правее. Мост. Чего? У нас тихо. Да. Но что-то на правом фланге. Печаль, беда, по-моему. Да, я сейчас не знаю, что это. Ближе к центру? Да, там ближе к центру, да, ближе. Да, короче, с нами. Короче, на кого вышел, да. Так, что? КГБ? Картоха, пошли к центру, к мосту. Давай, пионер, давай. Резак, дальнобой, ближе к мосту смещаемся. Куда он? Это прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блядь, передо мной прям. Вижу только.
все плохо. Не знаю, но очередь прям в меня летела. Тоже. Я тут даже листики попадали. Блять, по-моему, все плохо. Да тихо, это на правом фланге он просто. Да, но тут шальная пуля вообще на изи попасть может. Бля. Ой-ой-ой, куда я стал? Блядь, резак живой? Резак. Живой, живой. Блядь, резак. Ой-ой-ой, блядь. Блядь, противник. Видишь его? Да, через. А где он? Через дорогу. Правее, левее моста. Понял. Блять, а... Все хуёво, сэр. Где наши лодки? Они сейчас с этого фланга пойдут. За Англию! За королеву! Так, давай отступать уже. Вот рычаг пистолета пойдет. Ну я походу гранатами, наверное, когда кидал. Ну, они, конечно, конкретно продавили. Ни хрена ты далеко кинул. Чуть-чуть дисбаланс. О, видишь. Петрович. Или там. Такими слепыми. Я думаю, написать, нравится. Ты вернулся? В
Все, давай следующую к нам. Окей. А я что-то даже не видел, блин. А смотрите, они так, одну так машину. Я ж тебя убил, кстати, гранатой. Да, я и говорю, блин, гранаты кинул далеко. Не, я подбежал к краю самого почти кустам. И когда мозг потеряли, начал вот кидать гранаты. Бойца нашего рекрутировать. Я его уже зарекрутировал. Да нет. Смерть. Чего? Ну. Переманиваешь бойца, говорю. В смысле переманиваешь? У нас в отряде был. Ничего не знаю. Был у вас, стал у нас. Еще с Iron Front, который года 4 назад был. Конечно, это самое. Его дело. Просто Петрович, голос Петрович. Ну галочку он себе поставил. Петрович, он же это борт-стрелок, самый лучший Петрович. А мне как раз борт-стрелка не хватает, черт. Правда, пилота нету, но это не важно. Пилота тоже не хватает. Пионер, а может мы и тебя возьмем? Пилотом. Пилотом? Пилотом, да. Но это слишком простая катка будет. Для синих. Ну да. Нафига это размытый экран? Подавление, подавление, наверное. Подавление. Какое подавление? Подавление — это адреналин и трясущиеся руки. А это ерунда. Блин, что за звучка? Свисток какой-то. Это командиры немецкие управляют своими отделениями. Свисток, говорят, атакуйте, Ахтун, вперед. А что, можно было так со свистком? Угу. Ну, у немцев, да, у командиров. А как пользоваться? Объясните. На Т нажимаешь и свистишь, если есть у тебя в арсенале. Что еще раз? Плак без сознанку попал. Текстуры разбился. А нет, повтори, нет. Пожалуйста, Челентано. На Т. Пускай. Если свисток он... есть, то можешь свистеть на Т. Не знал. Блин, саранча эти немцы. И вообще, как? Что, вы даже не успели, да, по ним? Кто меня убил, сколько я настрелил. Во-первых, машины дико подавили. Это пипец был. А Викерс такой успел поработать? Стрелял. Не, Викерс строчил, там как ханка, пулеметчица, нормально. Но все равно их там как тарак машины конкретно подавили очень. Эти броневики. А я так и не понял, пробивают эти броневики или нет, Викерс? Да хз. А им нечем пробивать. Эх, надо было пушки ставить. Просто. Да, ну конечно эти броники, это бомба вообще. Да, без них было бы тяжело было. Не, а там есть броневики, которые не эти, а открытые новые такие. Да. Давай. Выше бери, выше бери. Попадание. Нихуя. Идет пикирование, идет пикирование на нас. Живые? А! Понял. Блять, он с этого стреляет. Его с пушки убили? Да. Сейчас он на второй заход пойдет, я его тогда сниму. Да, фугас. Так, их двое. Блять, эти чайки ебаные. Он должен откуда-то с севера вылететь. Смотри. Жди, пока он в пикирование пойдет, окей? Ага. Заранее не стреляй. Летит он, летит. Падает на севере падает. Это другой. Пали его, пока второго не вижу. Так, пали этого пока. А ты того еще.
Так, смотри, тут готовится, походу. Давай, достреливай пятерку. Бомба где-то. Ёбаный в рот. Все хуёво. Да? Откуда он? Я не ебу. Заряжать надо. Давай, давай, давай. Я разрядил. Иди садись. Заряжен. Где? Так, этого пидора я не вижу. Я вижу дальнего, 75. Так, вижу сзади он. На 200, на 200. Я его не вижу. На 200 высоко, высоко, очень высоко. Почти вертикально. Сейчас падает, сейчас падать будет. Все, падает. Я все еще вижу. Высоко, высоко, высоко очень. Все, пролетел. Так, так, осторожно, стрелка. Так, я пока за этим. Давай, смотри, смотри, он какой-то активный. Так, еще один правее, смотри, в этой же стороне. Выше только, ты выше. Ой-ой-ой, это я ранил? Я не знаю. Я целый. Вот, видишь, этот высоко. Да, да, да. Другой где-то дальше. Тот улетел в облака. Потому что когда они пикируют, я убегаю сразу. Okay. Смотри, он, по-моему, готовится. Да. Так, не на нас он идет. Ща. Готово. Блять, опять бомба. На 120 где-то. Вижу, вижу. Я могу ему вдогонку. Вот, вот еще идет, идет рядом, рядом, ниже, ниже, ниже. Сейчас пролетает. Я вижу. Правее. Картох, поставь у себя на кнопки. На нас идет, на нас идет. С восток, восток, 80, 80. 80. Все, пролетает. Перезаряжай. Кто? Так, лови этого. Ты жди, 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 когда он будет более удобно. И бери упреждение. Понимаешь, повыше. Очень поставь. Тяжело подобрать момент, потому что крутить еще надо. Оно крутится. Поставь, мягко. Поставь на кнопки у себя управления. Быстро зайди, движение, движение техники. И там в самом низу обзор стрелка. И ставь право-лево, чтобы быстрее наводить. Чтобы не мышкой клацать это. Найди в движение техники, по-моему. Все, все, у меня топливо горит. Все, пидорас. Сам перезаряди. Все, все, ему хана. Ему хана. Таки попал, блять, умрадот. У него движок отключился, слышь? Он сейчас где-то прыгнет там. Все, красавчик. Пушка целая? Да, да, да.
работает это на стрелке, короче. Я уже все зарядил. Работает, ты че? Я сейчас поставил вроде бы то, что надо. Окей, настройки. Подожди, управление, движение техники в самом низу, прицел вверх, прицел вниз, прицел влево, прицел вправо. Я обычно на WSD. Нашел? Окей, я просто забыл сохранить изменения, ладно? Вставчик. Ой, проеб. Так, откуда это? Не вижу. Вижу. Справа. Жди удобного момента. Возле нас сейчас будет. Давай. Я когда на технике играю, я все такое все делаю. Но потом, когда ты за руль сядешь, у тебя обзор будет крутиться постоянно. А, я все равно с этим, с отключенным обзором катаюсь. Ну, типа, дважды альт, и не надо прожимать, у меня сразу болтается. Вот, и это. Так, одного лидера я сбил, я с тобой горжусь. Все, красавчик. Блин, дальнобой жалко убили, да, на первом заходе? Да, первый же заход просто. Я еще... Так мы еще бомбу пережили, но хорошо, что он, блядь, не попал. Она очень рядом попала, но... Но не попала. Ну, метров 15, наверное. Да, ну это хватило бы нам пехом. Так, лети где-то. Да я вижу его, я его... Видишь? Ну все, полево теперь. Можем, кстати, пострелять, слушай, издалека у нас. Он один, теперь не так опасно. Можно попытаться, но здесь дистанция большая, максимум. Не, сейчас очень далеко. Я не знаю, мне надо брать упреждение на сантиметров 8 экран. Слишком далеко. Ну все, веди так, его постоянно. Я его перестал видеть. Да, левее он есть еще, 140. Да я понимаю, что где-то там. Не, все пропал. Не, он пропал уже. А, нет, есть еще. Влево идет. На облаке большом, на 130-120 высоко. Высоту набирает, походу. Вижу. Видишь, хорошо. Все, пикирует. Не на нас пикирует, хорошо. Давай, жди. Пустой? Ну, давай еще. Ща. Там, блять, там еще задний стрелок стреляет постоянно. Да, шанс, что он попадет, минимальный. Ну, как сказать? Это в тебя минимальный. Так, чё, и стреляю? Как хочешь, ты можешь стрелять. У нас времени хватит на перезарядку. Только ты говори, потом пустой резко. Потому что здесь разрядка идет. Пустой. Пока он набирает высоту, можно. Давай, стреляй. Мы успеем зарядиться. Пустой. Пикирует, Леонид. Ща. До нас? Да. Леонид, снижаю. Полчаса все. Как? Глянь. А какой-то один самолет. Да. Оба нас сбили. Гранаты. Еще раз. Что? Но он сел, ему выбили двигатель, и топливо вышло все. И он сел. Так, на кого его сбили, он горел как этот. Повыхал. Он потушился. Да, ну это может быть. Но он все равно не живой уже. Горит, смотрите, горит самолет. Где? О, попали. Да, десантировались, они выбросили с парашютом. А ну... Но у него бензобак горит явно. Да, это когда огонь такой сильный, это бензобак. Как
Так он сел. Мне кажется, он сядет. Слушай, он сел, по-моему, да! Да он зря, потому что самолет взорвется потом, через некоторое время. А, не, подожди, у него выбит движок. Это опасное дело. Ты когда взлетаешь, тебе нельзя на большой скорости рулить. А я тебе говорю, что именно вот, когда у тебя стоит он, например, в ангаре, да? Тебе надо на взлетку вырулить, вот даже при этом нужно, нужно медленно. Нужно аккуратненько, медленно взлетать, потому что там получается так, что ты пропадаешь в текстуры, и ты от текстур ломаешься. Диги, ты тут? Да. А ты когда стреляешь, ты не смотришь, кого, да, стреляешь? В смысле? Я в своего убил? Ну да, я в бункере. У нас же каски отличаются, у нас форма темнее. Я стрелял там, ты меня в упор по машинке. Ну, ты меня в упор сзади убил в спину, по машинке. Я в бункере сидел. А вы в обороне были или в атаке? В атаке. Немцы. Вот так и пошло. Так, а с кем произошла это? Кто кого убил? Блин, ну извини, я просто... Да нормально, просто нет, ты смотри внимательнее на форму. У нас как бы темная форма, я понимаю, что там кто-то бегает, но подойди лучше, присмотрись, потому что атака-то прошла дальше. Я имею в виду на будущее. Так, претензий ты не имеешь, да? Нет, нормально. Все, хорошо, проблема решена. Народ, запомните раз и навсегда правило себе такое, забейте в голову. Не уверен, не стреляй. Если уверен, завалил, ну тогда отвечай за свое поведение, что ты сделал. Блин, лодки не приплыли. Ой, техника подъезжает. Слушай, ну в него вообще тяжело в это окошко смотреть, ничего не видно ни хрена. Какой именно окошко? Ну в танкетке в этой у пулеметчика. Нижняя что ли? Ну нижняя не очень удобно. Да. Ну вот он, кто? Ганнибал там. Ну он по полкам. Я же перед тем, как он меня убил, я же двоих убил там британцев. У них так головы торчат. Они там ругались что-то. Один к другому говорит, давай быстрее, этот бах, выстрел, первого убиваем. Блять. Второго. Потом меня убили, я думал там третий сидит. А у этих, кто за немцев играет, есть тут? Эти звуки были по-немецки какие-нибудь при ранении там? Да, я умер, что-то было. Они там матерятся по-немецки. По-русски вообще круто матерятся. Нараб, а тестили, как танкетка чем-то пробивается стрелком насквозь? Я тебе объясняю, как бы танкетка не должна пробиваться. Она по головам пробивает, по-моему. По головам пробивается, головы прям. То есть пуля надержит броня, да? Да, пуля держит. ПТРД еще мы не тестировали, ПТРД и... Я думаю, вряд ли не будет такого. Там, смотрите, еще какая ситуация. Вот эти танкетки, они применялись массово, поставлялись в 42-го году Красной Армии. Очень массово. То есть можно их применять в разведподразделениях. Вот как раз, чтобы и перевозить пушки в 45-ке вообще. Не только 45-ки, в разведподразделениях очень много фотографий, где разведчики. Ну, не разведчики обязательно, камуфляж, обычные разведчики. Ёшку Валерии давали очень много. Да, очень много, они как это... То есть это популярное было в Красной Армии. Вы конницу нашли уже, нет? Нет, кавалерия, не, ну, это кавалерия такая... это условно. Условно. Ну как условно, нам надо просто... конница. Я просто кавалерийский дивизий, их было много. С пиками на перевес будем атаковать. Я голову втурмует. Кстати, я бы хотел это. Я все хотел лошадь. Время. Все, смели. Ох, граната. Никто не убежал. Джаггер, мы с тобой разменялись? Да, ты меня убил? Я тебя убил, точнее? Да. Ты меня тоже. Я держу до последнего оборота. Ой, елки, сверху. Наконец-то хоть кто-то сегодня закинули. Сегодня, в общем, немцы, это как саранча какая-то. Да, реально саранча. Блин, вот это пиздец, а. Ай.